Всем привет из примерочной, из магазина КОС. Я тут снимала в самом магазине, вы видели их новые поступления, новую коллекцию и то, что у них есть на распродаже сейчас. И, в общем-то, естественно, решила я кое-что померить, но как я есть любитель распродаж и сейлов, я, конечно, все принесла, все, что я принесла, это все с распродажи. Вот такая вот коллекция у меня сегодня, будем примерять. Платье вот это, конечно, я его взяла с собой. Два размера, потому что я не знаю точно какой. Принесла вот этот кардиган, принесла этот интересный свитер, еще одно такое черное платье интересное, еще такой вот, как будто бы свитерок. Ну, мне кажется, он как будто бы мне будет, может быть, маловат, надо было ларч, я взяла медиум и светлые брюки. Очень быстро покажу, в чем я сегодня. Это пальто, которое вы все девочки захвалили, и я получила очень много комплиментов. Сейчас с него покажу, что под ним. Я его действительно очень люблю. Оно такое пальто, которое на все случаи жизни. У меня там под ним желтый свитер, черная юбка, поэтому вот такие вот у меня сегодня сапоги. Сапоги. Раз желтые, раз черные. Собственно говоря, вокруг них я и строила весь мой сегодняшний аутфит. Я нашла их у себя в шкафу, решила, что у меня надо что-то... Давно их не надевала, надо что-то одеть, придумать, чтобы подходило к этим ботинкам. Ну и вот я собрала черную юбку, желтый свитер, что может быть проще. И вот такая вот маленькая желтая сумочка у меня сегодня. Помните, мы говорили с вами про маленькие сумочки. Вот в нее влезает мой телефон. Тут у меня все лежит. Помада, очки, кредитные карточки... Маска, санитайзер для рук, помада, говорила, резинка для волос, что у меня тут еще, наушники, в общем, все, что мне нужно, в нее влезает, вот в такую вот малюсенькую сумочку. Так, я сейчас разденусь, в смысле пальто, не совсем разденусь, и будем примерки делать. Прямо очень быстро покажу, что на мне под пальто, желтый свитер, как я уже и сказала, черная юбка. Юбку покупала 100 лет назад в Заре, потрясающе мне служит, юбка, которая на все случаи жизни и в первый мир, кстати, размер small. Сейчас я покупаю у них large, то есть вы понимаете, она мне до сих пор как раз, то есть вы понимаете, что когда я говорю, что уменьшают лекала, я не шучу, я посмотрела, она сегодня офигела, как я могла вообще влезть в small, уму непостижимо, но... И вот такие у меня сегодня украшения, все second hand. Долго думала, что надеть, решила надеть все сразу, не кидайте в меня помидоры. Не могла выбрать, решила одену все. Это значит, у меня такой набор, кулон и серьги вот такие же, вот такой вот у меня чокер и брошечка птички. Все в тон, все в тон. Все, давайте примерять, с чего начнем, посмотрим, не знаю, подумаем. Так, первое платье, которое мне очень нравится, но я не пойму, оно мне, по-моему, маленькое. Причем я принесла их 8 и 10. Я обычно вообще у них 8 вылезаю, даже 6. Но поскольку я оптимистка по жизни, я начала с 8, вообще в него влезла с большим трудом и решила примерить 10 размер. Но не знаю, мне кажется, что оно мне узковатое вот здесь вот. Как-то вот эти вот складки, по-моему, этого не должно быть. Оно должно быть как-то, видите, вот. Да, жалко. А взять больше размер, если честно, 12, я не знаю. Видите, вот здесь вот это вот вырез, вот эта лодочка такая сверху. Ой, сейчас покажу. Мне кажется, если я возьму 12 размер, то она мне будет очень велика. Но вы знаете, что я сейчас прошу продавщицу, чтобы она мне принесла больше размер, потому что мне оно очень нравится, это платье. Если учесть, что оно сейчас на распродаже, и вот видите, это 8 размер, и стоило оно $175, сейчас 50%, это будет что-то около 80, да? 80, да, в районе $80. Я хочу посмотреть его состав, мне интересно. Так, состав 100% купру. Вот, 100% купра. Неплохой состав. Но размерчик мне маловат. Наверное, надо попросить побольше. Но меня смущает вот здесь вот, что оно мне будет. Что оно мне будет велико вот тут. Ну, посмотрим сейчас. Так, я попросила 12 размер. Yeah, it's beautiful.
but it's kind of weird size. Это я с девочкой. Я попросила 12 размер, это я с ней общаюсь. Она думает, что я продолжаю с ней разговаривать. И вот то же самое. То есть мне нужен 14, наверное, да? Но вот здесь вот он мне прямо вот уже большой, вот тут вот, понимаете? То есть если это будет еще больше размер, у меня нет проблемы 14 и 16. Я как бы окей, но просто вот здесь вот, вот здесь вот сверху, даже уже 12 мне великоват, а уж 14, наверное, будет очень большой, а очень жалко, потому что платье действительно очень красивое. Такое, эх, ну вот как-то оно странно сшито, что вот тут вот оно узкое. Следующее платье черное. Я знаю, мы не любим черный цвет, но мне показалось оно очень интересным. На первый взгляд оно очень простое. Не смотрите, моя обувь совершенно не подходит к этому платью, и даже не по расцветке, а именно по длине. Вот платье такой длины, вот такие вот ботинки такой высоты, длины, абсолютно противопоказаны, потому что это как бы это режет ногу очень некрасиво. Но давайте будем смотреть на меня так. Представьте, что на мне надеты высокие сапоги, которые входят внутрь. Интересность этого платья, это вот, знаете, из разряда вот этих вот их платьев, которые у них были вот с, вроде бы такое платье, ничего в нем нет, а тут бац, и в швах вот такая вот плиссировка сделана. Я пытаюсь показать, это очень не очень удобно. Карманы еще, карманов нет, по-моему. Искала, не нашла. Ну, в общем, это такой, знаете, стиль кос. Очень простой, очень минималистичный стиль. Прямое платье. Хорошо, что я взяла размер побольше. Как чувствовала. И вот, знаете, оно вот такое вот простое. Как такой прямой такой мешок, но оно очень приятное на ощупь, очень интересное. И вот эти вот вставки прям так меня вдохновили. С такие манжеты. Не то, что очень красивое, оно не очень красивое, но оно такое, знаете, интеллигентное платье на знаете, такую sophisticated девушку, как это сказать, изысканную. Не могу перевести с английского. Такое, знаете, вот скромная, минималистичная, строгая красота, вот так вот скажем. Не подчеркивает фигуру, ничего, но в принципе вот есть в нем что-то такое, что меня привлекло. Не знаю, даже трудно объяснить, но вот именно вот это вот скромный минимализм. Скромная... Помните, был фильм «Скромная простота буржуазии» или как-то так, ну в общем. Это к слову, между прочим. Сейчас посмотрим, что оно сделано. Так, черное платье, размер 10, 135 долларов. Хорошо, 8 бы я не влезла. Значит, у них они совсем уменьшили лекало, просто до безобразия. Значит, давайте посмотрим. Да, на него сейчас 50% скидка. Давайте посмотрим состав. Так, снимаю вам состав 100%. Ну, вот видите, какой интересный вот здесь вот. Немножко колом оно стоит, но вот здесь вот эти вот складки придают такую ему интересность, в общем-то, внешней такой обычности. Очень классные брюки и очень классный кардиган. Вот это сочетание мне прям нравится. Опять же, ботинки не в тему сюда, такой не совсем то, что сюда нужно. Но представьте, что здесь другая обувь. Я вам хочу сказать, что мне очень нравятся. Это такие брюки-бананы с высокой талией, с высоким поясом. Очень такие большие защипы, очень широкие, объемные, очень широкие внизу. И вот этот кардиган, который на удивление хорошо подошел к ним, вот за счет того, что здесь вот карманы такого же цвета, что и брюки, мне кажется, что это очень классно. Мне прямо очень нравятся эти брюки. Я сейчас подойду поближе, покажу вам, как они выглядят. Ну, в принципе, они прям классные. Прямо классные. Я не знаю, насколько продолжают быть в моде эти брюки-бананы. Мне кажется, что они все еще продолжают быть в моде. Если я так приподниму его, чтобы вы поняли, какие они. Вот видите, здесь вот так вот они по талии. Сзади, кстати, у них резинка, они очень хорошо сели, очень свободные. Не очень свободные, но так легко, хорошо сели. Здесь вот такие вот карманы и вот эти большие защипы. Они такие
тоже фланелевые. Помните, я в Massimo Dutti мерила похожие фланелевые брюки. Очень удобные, очень приятные на ощупь. Вот эти вот похожего цвета, похожего качества. Очень классные, мне очень нравится. И с этим кардиганом просто, просто шик-блеск. Брючки у нас размер 8. Вот видите, брюки 8 мне хороши. Стоят они $135. Но может быть за счет того, что здесь резинка сзади, видите, поэтому они, в принципе, так неплохо на меня сели. И они 50% на них скидка. Значит, они будут стоить в районе $70, немножко меньше, но у нас еще 13% налог. Все, что вы покупаете, вы должны еще прибавить 13%. Я так, в общем-то, это не озвучиваю, но девочки в Канаде, которые живут, знают. Вернее, не в Канаде, а в Онтарио, что у нас еще не слабый налог. Вот эта цена, которая написана на бирке, это совсем не цена. Вы на кассе заплатите еще на 13% больше. Так, состав его тот же самый, 100%. 100% катун. Хлопок. 100% хлопок. Отлично. Сделаны они в Румынии. Ну, окей. Я решила еще померить вот этот, на свою юбку, надеть назад, посмотреть, как этот кардиган выглядит с юбкой. В принципе, с юбкой он тоже выглядит неплохо. Немножко длина не совсем вот для моих проблемных зон. Если бы он был чуть-чуть покороче, вот как мой желтый свитер, то было бы немножко лучше. Но, может быть, если не с этой юбкой, а с какой-то другой, немножко его заправить как-то, чтобы он... Или так расстегнуть, одну половинку заправить, а одну нет. Сейчас попробуем. Ну, вот здесь карманы, это может... Не очень будет удобно. Сейчас, секунду. Ну, как-то так, по-модному. Но единственное, что здесь вот этот карман, и он как-то портит всю картину и всю идею. Но кардиганчик неплохой. Кстати, размер экстрасмол, девочки. Чтобы вы понимали, на мне сейчас надет. То есть он довольно большой. Сзади у него спинка такая светлая. Окей. Стоит он 150, размер экстра смол, сейчас на него 50% скидка. И сделан из 100% шерсти, представляете? Вот это сюрприз. Совсем неожиданно и очень приятный сюрприз. Так не скажешь вроде, что шерсть, а 100% шерсти. При этом очень сейчас приятная цена на него. То есть половина от 150. Я думаю, что они остались в наличии на распродаже, потому что такой необычный цвет и вот такой вот, знаете, много цветов, много сочетаний. Канадцы не очень любят такие яркие цвета, им бы все черненько-серенькое. Вон у меня там есть такая черненько-серенькая. А это, в принципе, как бы вот для них такой прям экстрим, знаете. Но... Да, вот хотела показать, что сзади она вот такая бежевая. Бежевая, а рукав вот здесь бежевый, здесь такой коричневый. Нет, не коричневый, такой зеленый. Вот здесь коричневый на манжете, а здесь такой светло-зеленый. Ну и вот она вся лайм. В принципе, мне 4 цвета. Ну так не странно, как-то это не выглядит так уж аляписто. Вполне, по-моему, неплохо. Еще один свитер я принесла померить. Меня он привлек тем, что у него такой интересный вырез. Знаете, вот такой вот. Ну такой, необычный. Такой немножко, не просто мысиком, а так вот немножко с плеча так спадает вроде бы как, да? Ну, красивый. Единственное, что это медиум, он мне тут прямо очень-очень тесноват в пузике. И он такой темно-синий, и сзади он сделан серого цвета, а спереди синий. Жалко, что его нельзя носить наоборот. Может быть, можно перевернуть синей стороной вперед, серой стороной вперед? Ну, то есть, не то, что мне не нравится синий, мне нравится, но просто это было бы интересно, если бы он был такой двусторонний. Сейчас я сниму, я вам покажу, из чего он сделан, сколько он стоит и какой размер. Вы знаете, у него неплохой состав. 75% шерсть, 12 район, 17 найлон и 2 спандекс. Да. Ну, вот видите, он сзади, вот здесь вот, он серого цвета. Если его перевернуть, он здесь серый. Такой вот серый, и у него другой вырез, как будто бы вот круглый просто. Yeah, I'm good, thanks. Я думаю, что интересно было бы, если бы можно было бы носить вот двух сторон. А почему, собственно, нет? Потому что здесь шов. Но здесь тоже шов спереди. Давайте я попробую примерить наоборот. Серой стороны вперед. Нет, что-то не то.
Явно он не предназначен для того, чтобы его носить. Во-первых, он здесь такой большой, получается, вырез. Как-то вот все здесь так плохо и нелепо лежит. То есть, в принципе, это все-таки это спинка вот такого серого цвета, а вперед синий, видите, вот синий. Ну, может и можно так, ничего страшного, но нехти. Свитер, мимо которого я, конечно же, не могла пройти. Он очень красиво сделан, вот здесь вот такая, я его снимала в зале. Здесь такая голубая с золотым отделка, сам он синий, приятного такого качества. Я думаю, что он шерстяной, немножко колется, но в принципе не страшно. Хорошая длина такая, хорошая ширина, все как надо. Единственное, что я не... Здесь есть цена, но нету сколько скидки на нем, но я, по-моему, 50% я в зале когда снимала, я потом посмотрю назад свои записи, посмотрю, сколько это. Вот, красивый свитер, конечно, ничего не, скажу, не скажешь, вот здесь вот горло такое высокое, но не жмет, а, знаете, такое свободное. Но это уже такое тоже рождественское, в принципе, тема с блесточками, красиво. Я его когда примеряла, он так пахнет духами. Какая-то дама очень вкусно пахнущая его примеряла, потому что очень, очень вкусно пахнет духи. Хороший запах такой приятный. Значит, стоит он $150. Я думаю, что на него 50% скидка. Сейчас, видите, вот этот сделан, отделка сделана таким вот блеском и голубого цвета. Посмотрим сейчас состав. Так, у него 52% шерсти, 20 полиэстер, 14 альпака. 12 полиамид и 2 металлик. Ну, вот это вот металлизированная нитка, и он ручная стирка только. Что не очень хорошо, конечно. Ну, я могу представить, наверное, потому что если эту шерсть постирать, вот это вот, он, конечно, сядет, скатается, наверное. Красивый свитер очень. Все, дорогие девочки, такие сегодня у нас были примерки. Я надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно. Увидимся в следующем видео. С вами была Дита из Канады. Люблю, целую, пока-пока, бай.